С 20 по 22 января в Нововаршавке прошел второй зональный этап 9-го первенства области по хоккею среди дворовых команд «Омские Орлята». Борьбу за две путевки в финал вели команды семи районов. «Омские Орлята» – это уже тренд в Омской области. И с каждым годом мастерство ребят растет и растет. Ширится география. Уже практически все районы, кроме одного, играют в «Омских Орлят». Кроме здоровья, в первую очередь, это дает чувство мужества, сплоченность и умение работать в коллективе. Рост мастерства продемонстрировали все команды. В заключительный день турнира в поединке за 5-6 места соперничали хоккеисты Марьяновского и Павлоградского районов. В середине третьего периода счет был равным 5-5. Ребята из Павлоградского района забросили две шайбы кряду. Готовились упорно, ездили на сборы в Тару, тренировала у нас хоккейная команда «Авангард», тренера был Евгений Шастин. Все турниры дают опыт, сыгрались, получили новые знания, опыт, посмотрели на других, кто как делает в тех или иных ситуациях. Хоккеисты Марьяновского района проявили характер и показали свои сильные качества. Забросили победную шайбу за 30 секунд до сирены. Турнир мне нравится, потому что здесь интересно. Всегда можно получать какие-то места, всегда какой-то азарт в игре. Первый матч у нас получился плохо, мы не чувствовали себя друг друга. А вот второй, третий, остальные матчи у нас уже более-менее получалось. Забивали голы, подавали друг другу хорошие пасы. Все было замечательно. Яркий результативный хоккей в поединке за третье место. Два точных броска на старте матча и 6-2 в середине второго периода. Хоккеисты команды «Штерн» Азовского района отлично действовали в быстрых атаках, грамотно защищались и выиграли у спортсменов Таврического района со счетом 7-4. У нас начали хорошо получать в защите играть, хорошо начали развивать пасик. Защита очень хорошо кроет, нападающих. В матче за первое место сразились местный «Сокол» и «Черлакская юность». Оба коллектива завоевали путевки в финал, но так сложилось, что поединки команд всегда носят принципиальный характер. Поддержать хоккеистов пришло большое количество болельщиков, и с первых минут на льду развернулось упорное соперничество. Два периода прошли в равной борьбе, забить не удалось ни одной из команд. В третьей части матча соперники обменялись голами. Кульминацией поединка стали последние секунды, когда хозяева льда сравняли счет, и встреча завершилась в ничью 1-1. Благодаря этому турниру мы каждый год прибавляем в игре пасы, скорость, голы, характер. В итоге по разнице заброшенных и пропущенных шайб первое место заняла команда «Юность» Черлакского района. Нововаршавцы завоевали серебряные медали. Отличившиеся хоккеисты всех команд получили грамоты, а лучшие игроки турнира – специальные призы. Следующие зональные этапы соревнований пройдут в феврале.